Дорогие друзья, приветствую вас на ярмарке в город Кропоткин, Краснодарский край. Ярмарка декоративной птицы. Пойдем посмотрим голубей, попугаев, канареек. Сельскохозяйственную птицу не обещаю, посмотрим, если будет время. Сегодня на ярмарке большой выбор аквариумных рыбок. Спасибо большое. Друзья, есть такие вот коты, отдают в добрые руки малышня. Ребята, вот котики и кошечки, порода Невская маскарадная. Номер телефона заводчика. Скажите номер. 8-967-658-92-82. Вот такие вот котята. Спасибо. А почем такие кролики у вас? 1000? Вот такой же еще черный. А собачка такая в какую цену? 15. 15. Вот такой, только черный. Только черный. Номер телефона скажете, может кто позвонит? Ходите. Ну я не отсюда. Ну и что? С Майкопа, да, конечно. Говорите. 961. 818. 85-95. Все, это вот такая собачка. Шпиц. Это шпиц. Миник. Миник. Розелый пес, бледноголовый, да? Да. Не надо. Они сейчас тетя поймает. Друзья, вот здесь самые красивые рыбки. Человек приехал со Всеромска, привез классных рыбок. Нет, девушка не поняла, на 504 не продают. 10 рублей один, да? А? Волнистый попугай. 350-400 рублей. Сегодня вот такие амадины редкие, обычно не бывает таких. И посмотри, какие. Это кто? Это пацаны, да? Почему? Нет, тут две пары. Друзья, сегодня на ярмарке розела красная пенантовая. Номер телефона заводчика. Продиктуйте номер. 8-918-675-52-46. А по возрасту молодежь, я смотрю, да, он? Годовалая. Все годовалые? Все годовалые. А вот эти вот, это ж молодежь? Все годовалые. А, то есть он как раз начинает год линять, да? Да. Все, июньские, я понял вас. Июньские годы. Набирают, будут как вырастут, полозрелые, станут, будут абсолютно красные. Вот здесь вот чешуйки, видите, новые становятся, зеленые уходят, детские, а взрослая, красно-черная, она восстанавливается. Будут очень вот красивые. Как, вот как тот, видишь, более красный. Это, вот он, видишь? Ага. Это таксист приехал, ему взрослый идут. А это вы проверяете, что, самец-самка, да? Да. Как неразлучников можно проверять? Можно, да. Ух ты. Вот, пощупать. Тут ближе. Согласен? Здесь близко, да, вот а так. Там вот. Сюда кайкошечки. Вроде бы таким опытом, методом можно определить самца от самки у горел. У самочки косточки шире, у самца уже. По принципу, как у неразлучников. Ну, давай. Так и мне сейчас. Друзья, заказываем клеточки для канареек. И гнезда для разведения канареек. Есть такие вот из джутовой веревки. Есть из нейлона любого окраса. Голубые, желтые,
розовые, темно-сине-красные такие. Гнездо. Можете приобрести по номеру телефона 8-928-231-6107. Также есть такие вот очень удобные переноски. А чем они удобны? Что вот в такую переноску вы можете посадить птичку, ту же канарейку, драгоценного кеннера, волнистого попугая, амадину. И в холодное время года вы это дело помещаете под куртку, за пазуху, грубо говоря. И таким образом птица в тепле у вас едет. Есть переноски побольше, вот такие переноски. Вот тут, допустим, сейчас сидит три кокарика, и им там, в принципе, комфортно доехать. В принципе, день, ночь могут ехать. Сыпется корм на пол под лапки птичкам. И в клеточку вставляется поилочка. Птичка едет, воду пьет, семечки жует, все хорошо. Также есть в наличии клетки. Клетки для кеннеров стандартные. Сейчас с этой стороны покажу. Клетка оборудована кормушкой, поилочкой, миской дополнительной. Цена такой клеточки 1300. Есть клеточки дешевле. Вот эта клетка ничем не покрыта, 1000 рублей стоит. В общем, обращайтесь по номеру телефона 8-928-231-6107. Есть побольше клетки. Вот такую клетку под корелу можно взять, под кокарика, под много кеннеров, там молодняк отсаживать. Размеры этой клетки 48 на 40, ширина 35. Эта клетка 48 на 30, ширина 25 сантиметров. Вот так они смотрятся. Идем дальше. Здесь вот карелы молодые, красавчики сидят. Самые приручать можно, хорошие. Цена у этих карел 1700-1800. А в какую цену такой петух желтенький? А? Петушок в какую цену желтый? 2000. Молодежь неразлучников. Это какой у них возраст? Молодежь. Молодежь. Месяца полтора? Или молодежь? Да даже, чтобы не сбрехать, даже не... В общем, около 2 месяца, ребят. Да не, наверное, 2, наверное, нету. Наверное. Сколько стоит? 500. 500 рублей. А утята в какую цену? 100 рублей. А что за порода? Индоутята. Индоутята 100 рублей. А это тоже? Тоже, да. Уже постарше? Да. Почем? 150. 150. Сегодня на ярмарке я нашел томский западок. Правильно, томский живот, у него защелка. Так что, друзья, приезжайте, если кому надо, здесь есть. Принцип, здесь стоит карабинчик, птица садится, захлопывается, потом одним пальчиком берешь, как сказать, нажимаешь, все, владение. А какие у него преимущества, вот если сравнивать с обычным западком, что вот обычный палочка вот там сработал, то есть его надо обязательно дверку одной рукой опустить, потом палку опустить, здесь завести, то есть двумя руками работать. А это, говорится, если сработал, то есть можно просто, да, вот заводить одной рукой. Удобно. Или если он висит высоко и сработал, то есть можно взять какой-то длинный шест с крючком и просто за жердочку оттянуть, и все, не надо лезть куда-то там на дерево, вот когда обычно. Большое удобство, да? Это очень, да, я считаю, большая привилегия над обычным, это томский западок. Все, спасибо. Друзья, огненный бархатный ткачик. А сколько такой ткачик стоит? 12 тысяч пара. 12 тысяч пара. Это кто вот это вот? Огненный бархатный ткачик. Все подходят, интересуются. Сейчас красавчик. Он в свадебном наряде. Сейчас взор сюрприз. Какую цену зебрики у вас, дядя? Почем зебра вам один? 300 рублей. А где он наворовал? Кролики. А в какую цену ваши кролики? Почем кролики? 1000. А почему у вас волнистые? 350. 350.
В чем вы робеете? Саня! Почем ваша розела? Финансовая? Да. 10 тысяч рублей. 10? Да. Так, и здесь. Здесь на голову опять. А этот попугайчик сколько стоит? Александрийский 30. Александрийский 30, да? Нет. Скворечники в какую цену такие? Домик и БУ как новые, 100 рублей. Домик и БУ как новые, 100 рублей. Было много чего, уже 5 получили, пока мы здесь. Здесь да, внутри. Да, на солнце стояли, мы их пускаем, у нас домик. Домик уже и какую цену такие котики? Кота за 5 можно, кошка 10 и 2 котенка еще есть. Тоже по 10, 2. И мальчик. По 1,5 месяца. Пожалуйста. Приходите. Пожалуйста. Почем такие волнистые, вот эти зеленые? 7 пара. Один просто 1,5-2 метра, а тем 3-4 плачет. Ого, вот этот большой. В какую цену такие неразлучники? 1,5. 5 мелочи. Нет, вон есть у нас 230. Да. А сколько пакет такой рулонников? Вот а волнистые вот эти почем? Вот эти сколько стоят? Вот эти по 500 евро тебе. 500. Тебе. Тебе. Сейчас 5 по рублю. Розела Бернарда. Бартовка почем? В какую цену? Бартовка есть. Бернарда почем у вас? 15. Брат, для тебя со скидку сделаем. Бери бартовку. Если всех возьмешь по 1000 скидку. Все, хорошо. По 2. По 2? Для тебя. Чего еще? Еще покрасивее да подороже. Все, всех забрали, да? Да. Здесь ничего не останется, можешь. Все, тут все продано. 1,5. А здесь вот тоже молодые волнистые попугаи. Прям видите, восковица. Клювики черненькие. Вот самый признак, то, что молодежь. Цена 350 рублей. А что там тебя тут надо? Не надо. Вот такие малыши. Самые главные попугаи. Ты обещал взять, я не фотографирую. Я понимаю, но это мальчишка, да? Ты опять без клетки. Это на рейке самки, да? Где самки, где мальчик? Сейчас пойду, я вам сейчас покажу. Очень много молодой волны, видите? Неразлучники. Жара сегодня сильная. Но здесь птица в тенечке, вот видите, под багажником. А почему у вас канарейки? Эти по 2, самцы. Самцы по 2. А это самочки? Да. Какую цену? По 1000. Все ясно. Почем ваши мальчики поющие? 3,5. 3,5? Да. А это вот вдвоем девчонки сидят? Да. Какую цену? По рублю. По рублю.
Ай, вот с песней. Рассыпи овсянки, лула, кулики. А синица есть? Есть. Но обычная, не весенняя. Весенняя я продам. Ага. Да. Интересно. Ну, трехсложная имеете в виду, да? Что-что? Трехсложная, да? Да-да. Ну, весенняя мы называли. Они растут в тени. Молодые мальчишки. Кинора. Ценник 2500. А по возрасту сколько этим ребятам? Если один, то 10. Полгода. А если берете второй, если у тебя 3 десятка, то по 5 рублей. Ну, 1-2 десятка по 10. Это реган такой? А? Базин? А родители у них были чисто желтые или разненькие? Смотрю, он где-то проскакивает. Пятнышки черные. Родители были чисто желтые, да? Это, видимо, от... А вот черная пирожь, она такая останется. Черная? Вот смотрите, вот там у одного в крыльях. Вроде бы останется должно быть. У нас вот этот еще. Ага. Ладно, спасибо. Пойдем дальше. Корева, молодежь. Уважаемые друзья, на этом выставка подходит к концу. Подписывайтесь на канал. Каждое последнее воскресенье месяца будем стараться делать для вас обзоры ярмарки. Город Кропоткин, Краснодарский край, улица Речная, 6.